Благо, я рыбу вытащил, если чё. Все, ты у нас главный по рыбешке, пока Нерикса нету. Я просто смотрю, Нерикс все время рыбу оттуда вытаскивает, а я читаю. Сбываю. Главный вопрос. Базария у нас сколько там? 3 раза повышается сдох наверху, когда алар взлетал вверх, да? Ой, я не считал, честно. Там надо смотреть на Феникса. Типа, куда он летит, прямо или вверх? Азария, ты сдох 3 раза, когда Феникс летал, да? Даже угли там не убивали вроде. В личку можешь мне написать. Фарада, кинь на меня лутера. Шкаф поставьте, а Луиса на нем. Чек на баф на пул. Кто там? Я на боссе. Да не, спека все в ДД. Данидас на боссе, алоэ у нас. Грипп и жреца, его контролит. Он не спекается. Кто не спекается? Саву спекаться или на боссе? Данидас на боссе, алоэ.
На жреце. Войт у нас в армсе, все. Чек на пул. Не, Кирс, это ГП. Бежал, главное. Что-то хотел посмотреть, как бы блик. Не, это ГП хотел бы. Хуй ты муку не выносишь. Кинул огненный. Что за шаман? Значит, ты лица подбираешь, что Зужин. Ушел бы Зужин пораньше. Надо было постоять. А Зужин бы ушел, я бы тебя вскинул. Пойдем чуть левее резист. Там Искандер кулак просит. Еще раз одной. Газ. Еще один. Берите жреца, Сава, дам пока бежит. Гоу правее, резист. Еще раз, атака пошла. Чувак, РС победили? Ну да.
чувака, ну в смысле, ДВшник. Да, да. Чувака. На мире. Лучше бы я не ходил. Запами лишнее, пока ушими лишнее. Нормально. Миш, mm-hmm. Я сегодня япончик после ДВ-рейда заманил целка 10-го лича помочь, помнишь? Mm-hmm. У него там какие-то, короче, вообще мелкие были. Я учился, как смешивать агро при 90%. Понимаешь, я скидываю агро до 40%, даю 3 раза шипы, и у меня агро 96%. А еще я там забавную фичу увидел. А, можно в соло духов сливать. Ну вот это, на ласт фазе. А короче, за две лужи сливаю пол духов, которые он в десятке выпускает. Посмотрите в заметке, удалок его в спек указан или нет. Че? Только Иршам. Иршам ДВ. Удалок, ты типа и лемпово в спеку? Или он только собирается? Пускай проще спек покажет. Ну, это ж хреновое трение, да? Он бесполезен. Для Элема? Ужасно. Для Элема. Он еще, он, знаешь, наверное, на уровне 200-й трение. Идет. А Саве? Саве лучше намного. Ну, более-менее. У Савы две доты вместо... Даже три, считать. Ну, тиковые две. Вон, отдам-то, на сову. Я, конечно, не уверен, насколько им... Че вы стоите? На... Дрочите, что ли? Грипп набирающий. Насколько я знаю, кроме лохов и шипешек, его, по-моему, никто не берет. Да никто, конечно. Ну, я же говорю, у совы хотя бы две доты, которые... стаки будут, ну, на стаке этой пыль. А у шамана одна. Вообще, да. Он за весь бой, если один раз настакает, будет хорошо. Ну что, может, на туда хаву? Знаешь, больше в том, что тебе крит собирается шмотом. Патруль идет. Без смысла от того, что он тебя будет набирать пассивно крит? Рухар, напуливай на танка. Ставь групп лут. Шею же вы не продаете никто? Шею? Ну, вот этот Умки хватил. Он, короче, хочет взять посох, шею квестовую и плащ. И, типа, шею я бы хантом забрал, если да, прям не критично. Ну, не знаю, сейчас у него спрошу. Кирс, у тебя на грудь зайдет на паловку? Да. Вот, вот я не понимаю, блядь. Зачем ты спекнулся в сову и стоишь? Стой, не агрегай. Если он ауру дает с собой на 5% крита. А жену крита, что дает? Ты... Жену я что ауру дает? Даю я. Кирс узнал у него там? Кадр такой интересный. Зачем ты спекаешься? Тебе никто не говорил спекаться в сову. Я сейчас тренинг посмотрю, я обратно сейчас пятнусь. Понятно. А Алоэ пускай один танчит, да? Алоэ, правильно. Да, хорош. Нифига хорошего.
что там на Келе? Мишка этот будет танчить или мне спекаться? С Алоэ. Трэш почистим и решим. Он говорит, ему не критично, но чтобы хоть что-то забрать, если вообще ничего. Ему либо шея, либо посох, да? Шея, посох или плащ, крит нет. Это справа лежит. Кирис, а чё он ушёл? Алло, жги. Кирс, он придет или нет? Да, он на велик вышел. Так, ладно, я сегодня это один единица распорт. Будет какое-то поливание дерьмом в рейд-чате, как и в гиль-чате. Получите все мут. Переходите сейчас друг к другу в личку, чтоб я этой хуйни не видел. Я надеюсь, вы поняли, что я говорю. Кирс, буди там пала своего, он уже в АФК улетел. Угу. Мелики, к маршалу не подходите, он вас отхуесосит. Сырё. Запугал. Вон, инквизитора бить. Третий раз подряд фулл стан стоит. Ребят, вы вообще в чате, как бы, в действии, перестаньте друг друга оскорблять и унижать. У вас проблемы в личной жизни или что? Или вы сюда посраться приходите? Что там, что-то продолжается, пока я релогаюсь? Да нет, я просто услышал тебя, полистал и посмотрел, что люди пишут. Но это ненормально просто-напросто. Да, не так по-братски. Кто-то кошка прыгает на клавиатуру, у кого-то ребенок на коленках сидит, знаете, тут как бы всякое бывает. Танк умирает, да? Только Мишка один. По-братски тут как бы, знаешь, тут читает еще 20 человек, кроме братьев. Эбрил, не обращай внимания. Кирс, тебе есть кого, с кем заменить-то его или нет? Сейчас посмотрю. Не, я понимаю, что это между вами. Вы создайте себе там группу и можете друг друга поливать как хотите и все. А другие смотрят на вас и начинают тоже там предъявы какие-то кидать, прикалываться. Миша, экзекутор. Сейчас я попробую, он у меня в Дискорде был.
легко. Танк. Мишка, танк упал. Танков нету. Тут начинается ПВП. Катя, ты все умеют. Монорота, только хильте он танчит. Кайтил. Кайтил. А можно Берн? Опять как? Как вариант. Берн и танков, и вроде как... Вообще-то да, можно. БР где? Может БР хотя бы там? А минусы БР-то я вроде капаем. Надо на трэш тратить БР. Ну, народ в танке есть. Пришел в медведя, может прыгнуть. С как-нибудь добьем. Вон медведь бегает. Порадуй, перекинь лутера на ханта. Короче, Миш, не знаю, где кутер не отвечает, но тут не так. Сейчас, может, я своего сына. Ну смотри, я могу своего за головой сюда, за твой, за телом затащить, который будет брать ноги и голову, но тогда он не будет брать какой-то из тех кусков. У меня на грудак был. У тебя есть грудак? Сейчас попробую найти его. Посмотрите да. Просто, что у меня там. Просто так его кидывают. На голову у меня в сети есть, по-моему. А все знаешь почему? Потому что Антонидас и Алоэ думают, что не надо разводить мобов, двух АОЕшечек, Центуриона и Маршала, и танчат их в кучке. Нормально, да, вам? Хуёвое решение какое-то, ребята, блядь. Танчите как-то получше. Разводим. Я сейчас вообще распуливаю, сразу упал. Потому что диспелла 4 раза подряд нету. Фул 5 секунд стою. Вот херовые отношения. Ты на лече с нами не был просто. Ну что, стоит, поставили. Мышка начинает стоять. Это, не знаю, может мне себя поменять? Кого-то из миликов хочешь. Ну хочешь с ним поменять, пофиг. Тьфу, с собой. Давай. Тимонти Байера, значит. А босси у нас. Андонидес. Паладин с восьмой группы цел. Ты что, ретри, не ретри? Хил. Сейчас узнаю. Вага, так что, у тебя будет на этот токен? Да, что-то пропал он, походу. А где Байер? Хочешь своего, да, загоняй. На Т5 пало, то где Байер? Вот, сейчас поменяю. Хэпал там. Он способный или не способный? Ну, не знаю, честно, ни разу не попадался. Хотя... Может быть и было как-то тоже на Т5 кусок, но месяца три. Зайдет мой. Любой плюс 4 первую группу, кто хочет послакать, вон, наверное, отлично. Зашел мой. Мага твоего брать, да? Угу. Монти Байеров.
еще раз, у нас на боссе Андонидас, на фениксах Алоэ, соответственно, инженер на Андонидасе. Что? Так, мне на боссе быть, да, Антонидосу? Не перебиваю. Пока босс не активен, ты танкуешь инженера. Соответственно, когда выходит оружие, ты забираешь все оружие и держишь его на себе. ДК заберет сокрушение с тебя. Алоэ, на тебе правый два моба. Чего еще раз? Ладно, медведь, ты понял, что тебе надо делать? Понял. Я просто про оружие спросил, то, что его там держать или сюда вывести. В ступеньках можешь. Понял. Все, сейчас две минутки, я полечу. Чек на бафы на пул. Голос знакомый, Антонидас. Танк, ждем и пулем. Еще раз чек. Пулим, босс. Солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Что творится? На платформе он должен... Сейчас убьем этого, покажу, где держать инженера. Фанта, видишь? Сзади тебя стоит инженер и держишь вот здесь приблизительно. Понял. Баб, я потанчу. Теперь вы можете потягаться с моим главным инженером, Телоникусом. Она рала, Телоник! Пожалуйста.
С центра ушли все. Близко к Лару стоять не надо. Отойдите. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Вара надо кайтить, а не стоять с ним драться. Эворус, бей Вара. Ну, можно Эворус и ППД. Альт в 4, давай пытаемся напулить. Женой Инказума. Маратосину поднимай, порешал. Порешал, поднимешь круха. Или куда? Там уже прям есть, там удержи, да. Понял.
Давай. Скажите, когда он боссом. Народ, подними пана. Надо феникса Мишки бить. Набивать на нем агро. Потому что ДК в контроле. Все, все. Все. Встань, 8 секунд нам стоит. Диспел. Лужер ДД. Ловушка мили. Мели, отошли. Фирда. Трепация. Яйцо. Не опускайся, медведь, жди. 15 секунд дебаф, не надо опускаться. Надо на РНЖ ему каст сбить. В каст ему надо сбить, и Мишка, чтобы пошел куда-то, чтобы он спустился вниз. Не могу, я даже в прыжке. Что сделал? Ну хуёво, хули.
Дал Сава. Глыба в пану. Как? Багаюзеры хрен. Да, ловушка мили. По манне там киньте на хилов, если что, или на Лексус, потом гим сдашь. Надо класт. Ловушка. Отходите ловушку. Мы сегодня без Неликса, что ли, были? Да, он лагает давно уже. Я я ему говорю, гим, давай. Че, воронка на мейн? Не, воронки пока в ГБ. Я их раздаю потом. Заслите? Да. Мейн спек на свиток все тыкайте. Выпал? Шея только выпала.